своем кукушнике, с вами, допустим, мой друг Зиган. И это шоу-кейс Армагеддон. Три клетки ада. Три стадии ада, точнее, да. Зиган. И всем привет, дорогие смотрящие на канале Зигана. Допустим, с вами я, Зиган, и это шоу-кейс дебют кого? Вот именно, никого, это не дебют, это... Фьюд. Потому что я перепутал эти слова. Это фьюд Трипл Эйча и Шона Майклса, и мы продолжаем между тем. Я до сих пор играю, заметьте, а не кто-то там под названием, допустим, вообще не умеет играть. Вообще, ладно. Стой, поскольку это три стадии ада, как там уже раз пять сказали, то есть первая стадия, по-моему, беспорядочный наебой, то есть просто месишь. Потом вроде как Steel Cage... И потом вроде как... Ладер матч. Вот, и знаешь... Ну вот я хотел предложить, давай ты номер раз, ну точнее, беспорядочный бой, я Steel Cage, и ты лидер матч. Или давай махнемся? Давай махнемся. Давай, значит, я... Все-таки за джойстиком не Зиган будет, а допустим, вот так. Triple H доволен. Почему? Triple H недоволен, вы посмотрите, он так странно... Кстати, заметьте, у него нога перерезана, да, если вы видели все по... видео, так сказать, которое было в начале, вы поймете, почему у него нога перевязана. Потому что Шон Майклс что-то, да. Лопата. Шон Майклс. Паладин с лопатой. Шон Майклс, лопата, Трипл Эйч. Эй. Не, ну, кстати, в принципе, Шон Майклс напал, конечно, вероломно, но он имеет право, ё-моё, его Трипл Эйч предал. А Трипл Эйч на него тогда напал вероломно и разбил ему бошку. Ну, вот именно. Если вам что-то не нравится, все претензии к Рикфлеру. Так. А чё он там сильно быкует, типа, да? Кстати, вот здесь вот лысенький дядечка, а не бабушка старая. Ба, она... Ты где в ней её увидел, бабушку? Ты видел на неё? Ты смотрел на неё? Если она бабушка, то ты уже где-то... Тебе уже... Ты в самом расцвете сил, 45 лет. Вот опять вот... Если она бабушка. Ну вот, кстати, кубики есть у Трипл Эйча, он молодец, что могу сказать. Кубики есть и у меня, правда. Правда, игрушечные. Да, с буковками тоже. Да, а, так, и... И слова можно складывать. О, нифига себе. Это я не про кубики, это я про... Нифига себе, кубики складывать и буковки есть. Кстати, посмотрите на него, у него какое-то сейчас мультяшное лицо, типа... Не, ну реально, такое детское лицо у него почему-то сейчас. У меня сейчас джойстик не завибрировал, значит, я буду играть за Triple H. Значит, Triple H должен победить. Логично, логично. По крайней мере, в первой стадии. Возможно, во второй что-то случится. Или, возможно, даже в третьей. Да хватит! Так, ладно. Ну, Шон Майклс, красавчик, он выходит такой, типа, не молодец, я смогу сделать то, что не сделал никто. Логично, да задолбал ты уже. Кстати, уже, по идее, скоро должна появиться Evolution, то есть там и Батиста, и Рэнди Ортон, но... Вы, кстати, не забывайте строки и песни, пожалуйста. Да, которые мы не будем говорить, чтобы вы их вспомнили. Да, а то мало ли сейчас еще страйк вылетит за то, что мы поем песни чужие. Да, вот именно. Тут скажут, а Хуаэ, не-не-не-не-не-не-не-не, мы не пьем. Никаких Хуаэ тут, да. Вы не говорили в Evolution and the Mystery? Не-не-не. Вот именно. О, видяха. Это он пародирует Рика Флэра, что ли? Да, точно. Вот это. Опа! Это разве Рик Флэр? Да-да-да, он рекламирует. Видишь, он сбился, типа, хорош меня пародировать, собака. Представь себе, реально, вот знаешь, вот плюс 100-500, да? Там многие, кто его пародирует, плюс 100-600. Представь себе, Максим Голополосов, хватит меня пародировать, собака, на, ё-моё. И ему навесили людей. Кстати, если вы не успели заметить, то сейчас Рик Флэр начал быковать на судью, чтобы он не мешал дать Майклсу по щам, но за это судья выгнал его из ринга, типа, иди отсюда, собака, ты в костюме. И теперь он не сможет теперь помешать пинфолу. Перформ педигри и удирать, серьезно, и все. До ступня, как ты только накопишь что-нибудь, так сразу там что-то надо будет сделать. Я знаешь, как CM Punk, помнишь, у тебя просто удержать, а как только. А, тут же беспорядочно. А как только у тебя финишер появляется, так сразу же тебе. Офигительная арена www.com. Это просто это реклама без палеба. Ну, это Армагеддон. Ну а где название Армагеддон? Я хочу посмотреть на это. Может, это весело. Конечно, нет, Армагеддон это не весело. Может, но... они забыли сделать арену Армагеддон и сделали тупо вот так вот. Ну, это не круто. Ну, кстати, заметьте, они биту поменяли. То есть, если бита была снизу, по-моему, серая, сверху черная, то сейчас она полностью черная, то есть именно стинговская. Так, а ну не убирай костыль, не убирай, не убирай, не убирай, не убирай, не убирай, красавчик.
Вот этот мне прием с костылем больше всего нравится. Он такой веселенький, такой задорный. В прямом смысле этого слова. Задает тон всем, всей биты такой. И на по затылку вот так вот просто вырубает. Да, да подбирайте. Ага, все, убегай, убегай, убегай. Ой, я успел. Так, судья, не мешайся, не мешайся. Отлично, ставим стол. Я, конечно, понимаю, что это все как бы не настоящее и неестественное, да? Ну, рестлинг это как бы... Если кто-то считал, что рестлинг тут по-настоящему дерется, то вы глубоко ошибались. Но, да, я, конечно, понимаю, но как можно сделать так, чтобы от удара костылей не было больно? Он взял костыль по башке, реально врезал, и тот упал, прям, видели, скатился. Как это можно спародировать? Вот это профессионалы, я тебе отвечаю. Хотя тут компьютерная графика, но в реальной жизни же тоже такое было. По идее, да. Можно вот этот подставной человек, который, типа, достает, как бы, специальный инструмент. С собой притащил такие целую сумку. Не-не-не, как бы, смотри, как бы, я имею в виду, там, вот, на начальных рядах, вот, где-то сзади, да? Спайнбас. Там специальные люди сидят там с какими-нибудь предметами, да, и они могут вытащить его во время боя, и он может ими воспользоваться, таким-то образом. Окей. Раз, два, 10. Отлично, пейзигрю, да, и удался на славу. И пора пинфлотить. Бдыщ! Если это будет весь бой, я поражу. По крайней мере, первой стадии. Окей. Значит, тут просто выиграть надо, да? Ну, походу, да. Это обычный бой, короче. Так, давай хотя бы бошку разобьем, что ли, чтобы жизнь медом не казалась собак. Я тебе тут не мини-пух собак. О, камбэк. Помнишь, когда мы... Какой камбэк ты тут? Камбэк свой дом оставил. А, успел. А, вот нет. Эге. Вау, нифига себе, хороший реверс. Ломай ноги, что ты моргаешь? Поморгал, типа, а я могу. Ну бывает, что. Так, давай возьмем столик. Стул, точнее. А, нет, я успел вот так. Аза, все, отлично. Иди сюда. С каких пор ты начал бить аза? А вот так вот. Либо нефиг. Давай сил. Степс. Возьмем. Степс. Ты выговорил! Не то, что я вспомнил просто. Это мало ли ты опять назовешь Steel Steps, Steel Cage. Я тогда тоже, я точно на тобой поржу. Это как это, Флинстоун и Assassin's Creed. Да, хотя это Флорин. Вот тем более. Вот и вот ты вспоминай и привыкай давай. Вот так вот, шикарно. Это Флинстоуны. Флинстоун, это Флинстоун, это яба-яба. Опа, лошадь купил. А чем тебе нравится Флинстоун? Хороший мульт. Тихо. Ну, мульт-то хороший, но, блин, но название денег Флинстоуны, это я не знаю. Это то же самое, как назвать человека Пидрикерус Кокастус. Ну, я не знаю. Интересно, а в PewDiePie дают страйки или нет? У него сейчас вот реально такой вопрос пришел. PewDiePie уже, он уже, по идее, известный. Это можно даже считать за рекламу. Это, по идее, не должен быть никакого страйка. Или он это все... Я, короче, блин, не знаю, что-то такое резко так подумал. Понял, раз, два, три. Вот и играй давай. Я не понял, а почему ты так лучше? Не знаю, мне кажется, все равно у него страйков не должно быть. Просто предчувствую, так сказать. А, просто. Он вставил свой контакт, но у него страйков нет. А, он может откупиться, да? Да, да. Хотя бы так. Вот почему нет этого вида матча, а? Ну просто три матча подряд, это просто шикарно было бы. Он тупо вытаскивает вещи до того, как бы клетка опустится. Ну да, чтобы потом их разломать. А прикинь, если будет сейчас прикол, типа вот это, начнется игра и не будет ни стула, ни стола, то есть он делает это все зря. Вот так. Зато вот. Синий стул, заметь, синий стул. Если не будет синего стула, я не знаю, что сделать с разработчиками данных. А, стул, стол появился. А я играю за Шон Майклса. Стул синий. Да! Разработчики дали. Вот теперь побеждай давай, Шон Майклс. После того, как я тебя методично избивал, Triple H вообще практически не тронул, теперь побеждай давай. Perform Switch and Music. Да, это из угла, то есть ты должен в угол встать и сделать Switch and Music. Да. Потому что обычный Switch and Music он не воспринимает как Switch and Music. Нужно именно делать Switch and Music, а не просто Switch and Music. Да, чё ты сейчас сказал? Да. Man, please stop. Кстати, если не ошибаюсь, то этот Steam. Ты видел, что он у тебя делает? Давай, отомстим. Давай, за всех, за Стэшани Макмен, за просто. О, слышал, он у тебя тоже значит методичный. Нет, это просто потому, что чтобы облегчить задачу играющим. Потому что меня он практически не трогал. Он, по крайней мере, не так тщательно. То есть он по рукам не особо бы не бил по.
по ногам, по-моему, вообще ни разу не попадал, так что... А представь, ты его сильно-сильно избил, типа, уже повторно играешь в эту игру, да? Специально себя же избил очень сильно. И тут пам-пам, у тебя было все красное, и тут пам-пам уже все. Ну, печально. Он либо лежачий, либо с угла. Лежачий это, по-моему, четверочка или как-то так, а... Сворачивание. И в угол? Да. Не-не-не, он должен лежать, тебе должен в угол залезть. На угол, точнее. Ну ага. Вот, все, делаю. Быстрее в угол. И сейчас будет elbow drop. Elbow drop. А, elbow drop? Ну да, это будет сигнатур. Окей. А, свечный юзик это финишер? Да-да-да. О, все, теперь иди в угол. О, ну-ка. Да, было! Ну было же. Он еще и упал. Да, смотрите, чтобы он, главное, не вылез, ага. А то я его знаю. Еще из 13-й, когда он против Кейна сражался, пес он. А, нет, тогда я как раз за него был. О, видяха. О, откуда он взялся? О, его же выгнали. А его же выгнали, да. У меня заторможенная реакция просто. И сейчас он ему влепит, я угадал. Промахнулся. Окей. Неожиданный поворот. Ну, короче, сейчас он ему методично избивает, надеюсь-то. На, ё-мо. О, вот это больно было. Допустим, сейчас отошел, потому что его резко отозвали, просто резко. Это очень важно, поскольку видяха мы не можем поставить на паузу. Поэтому я буду продолжать. О, нифига себе, он в пентегре срежется. И ему вломил. Ну, сейчас, что сейчас будет? Сейчас, скорее всего, я не смогу вылезти или... Ну да, не могу. Ну, пинфолом? What the fuck? Пинфолом? Серьезно? Пинфолом? Ну, видать, да, видать, в старину можно было в силкич не только вылезать, как не, как обезьяна, а еще и запинфолить. Вот это поворот. Интересно, Рик Флэр встанет когда-нибудь или нет? Мне вот реально интересно, он встанет или он по скрипту будет лежать, как это, как предмет такой? Прикинь, взять его за ногу и просто мутузить, Трипл Эйч. И все. Нет, тебе, видать, надо ему финиш им проводить, а так он не хочет. Ну, в принципе, мы бы сейчас могли бы просто вылезти, ну, точнее, Зиган, но тогда бы мы бы не открыли то, что надо открыть. То есть мы сейчас проходим практически на 100%, получается, этот режим. То есть мы открываем все, мы проходим все миссии. То есть мы молодцы, молодцы, вот и все. Да хватит. Очень хочешь, но мы молодцы. Вот. Так, потанцуем. Да вставай, ты уже. Кстати, попытайся ему... А, хотя нет, это бессмысленно. Вот теперь иди на угол, просто именно на угол. И сейчас будет elbow drop. Elbow drop. Пды, еще вот так вот. И сразу же идет корнер финиш. Вот так. Без видео, кстати, впервые, по-моему, Switching Music без видео у нас сейчас будет. И это реверс или нет? Нет, это не реверс, отлично. И я начинаю его пин. Пин. И раз, два, 10, отлично. Ну вот, и сейчас Рик Флэр станет сзади пощёный. Так, и сейчас... А нет, это же уже следующий круг. Да, теперь ладдер матч будет. На, а он по-любому уже выиграл, считай. А нет, нет, 1-1 же. Ага. Да, 1-1. Сейчас третий, как бы, будет решать. Судья такой, а я вам пост не отдам, это моя прелесть. Все, отлично. А, он его... Ну, подвешивает. Подвешивает. Рик Флэр, кстати, скатился, типа, идите нафиг. А, кстати, ты сейчас уже. Да. Давай. Надеюсь, я сейчас не буду играть за Трипл Эйч. Интересно, а клетка будет так и вверху висеть? А, она исчезнет. Я думаю, она в игре исчезнет. Ты просто... Аладдин пролетит на своем ковре в самолете. Ну, спасибо, я буду играть за Трипл Эйч. Это шикарно. Ты играешь за Трипл Эйч, а я за Шон Майклса. Ничего не знаю, все претензии к Рику Флэру, который, кстати, пропал. Кстати, это логично. То есть я реально играю за Трипл Эйч, ты играешь за... Куда пропал гребаный Рик Флэр? Он вниз укатился. Опять спрятался, типа, ай, кипиш. Да-да-да. Кстати, да. Так, ладно, давайте сейчас иди сюда. Молодец. И теперь иди вон туда. Да, я говорю, иди отсюда. Кстати, а что у него крови-то нет? Я же, по-моему, до крови доводил, нет? Не знаю, вон я вижу каплю крови, видишь? А, окей, все-таки есть у него кровь, что-то. Пища вот так вот. Быстрые таунты. А это не быстрый таунт, ну да ладно. Тоже хорош. Это меня напоминает этого... Джека Люпина? Да. Окей. Поймс... О, отлично. Сорвать пояс и все. Да серьезно, что ли? А где экшен?
сам его себе устроить. Да никаких экшенов тут, собаки. Сказали разработчики данной игрули. Ага. Почему? Не, знаешь, я все-таки сделал небольшой экшен. Но совсем небольшой. Прям крохотный, как... Да. Не буду я что-то говорить, крохотный как... Он судью вырубил, а что, нефиг? А то судья и не нужно, в принципе, согласен. Он стал такой, а я нет, я нужен. Кстати, заметьте, это первый лидер матч. Окей. Сказать, это первый лидер матч в игре с судьей. Самый это первый раз. Судья смотрел такой, да ну вас нафиг. Он меня обижает тут еще, и все. А может, эта программа сбой дала? Он, по идее, должен был исчезнуть, а поскольку не исчез, бот подумал, что это враг и начал его костылять. Наверное. Так, Сычин Мими сейчас был. Видите, как я заумно сказал, вы так не сможете. Надеюсь. О, Рик Флэр, здорово. Откуда там столы взялись? Он притащил из-под этого, чтобы ему хоть куда-то можно было лечь. Там 4 стола лежит. А, это что? Это тот момент, когда он ему бомбу сейчас сделает или нет? Не-не-нет, это просто, как я понимаю, он сейчас просто столкнет его тупо на эти столы. Они же не зря там просто появились просто так. Мне кажется, это глубоко не зря. Не, потому что я помню, один момент был... Да, все. Кто тут Ванга? Пыщ. А один стол, кстати, не сломал, он прилетел просто. Ну все, и сейчас он пойдет. Рик Флэр, ты что там бушуешь? Давай. Ты крил стал. А, все, отлично. Нормально он поставил. Все, он тебе даже не помешает. Судья, и уйди отсюда. Он реально, вот судья тут реально это. Не, знаешь, я все-таки. Ну блин, ну. Ладно, никаких экшенов. Не надо тут экшен устраивать, у нас и так памяти в обрез. Интересно, Шон Майклс станет? Ладно, пофиг на Шона Майклса, просто половину. Я смогу. Все на него так смотрят, ты судья или Клэр, типа, ты встанешь сегодня? Нет, супер. Мы не хотим, чтобы тут этот слабый собака выиграл. Да. Кто еще первый встанет? Если вы думаете, что это как бы только в игре такое происходит, на самом деле это было в реальной жизни, да, он так же тупил, короче, тупил. Шон Майклс говорит, ты что, идиот, что ли, давай быстрее взрывай, я уже задолбался тут лежать. И он такой, окей. Ты получишь, и он такой, он встал, нифига. Не, конечно, это я сейчас просто пошутил, но на самом деле, что за херня? Тебе что-то не нравится, да? Шон Майклс, нет. Знаешь, кто ты? Ты вупень, я тебе отвечаю, дай мне джойстик. Да, я еще не проиграл, так что. А, я еще не проиграл, но собираюсь, да, дай мне. Реально, дай мне джойстик, ты играть не умеешь. А вот ничего и не было. То, что вы видели, это был обман зрения. И то, что я проиграл этот титул, но теперь все иначе. Что написано на поясе у нас там? Подними повыше пояс. А, по-моему, Шон Майклс. Да, Шон Майклс. Ну все, сменился у нас. Чемпионшип. Шон теперь не чемпион. Но Triple H молодец, откровил в таком матче. Ну, если вы не поняли, я его переиграл. Да, и как вы, наверное, успели заметить, Дигана со мной нет. Так что оставшиеся матчи, скорее всего, буду записывать только я. Вот так вот. Печальная новость или это счастливая новость, решать только вам. Да, волосы у него, конечно, настолько живые, что убегают от него. Вы видели, да, как волосы плавно перешли за его голову. Ладно, все, до свидоса.